Эй, честные господа, к нам пожалуйте сюда. Ярмарку национальной кухни приглашаем. Так, проходим. Национальная кухня. Добрый день, дорогие друзья, с праздником всех. Все какие красивые. Смотрите. Пирожки не а почему же ты, моя земля, богата? Своим гостеприимством от замка до заката. Под свой мелодий дивный и хлебкий перезвон мы шлем гостям почетный наш земной поклон. Здравствуйте, одним словом. Здравствуйте. Живут в России разные, народы с давних пор. Одним тайга по нраву, другим степной простор. У каждого народа язык свой и наряд. Один черкеску носит, другой надел халат. Одним милее осень, другим милее весна. А Родина Россия у нас у всех одна. С Днем народного единства вас поздравляет чувашская вокальная группа «Палан». Ирлама, да, 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 ирлама, да
Председатель общественной палаты спрашивает, а где это Калмантай? На границе Ульяновской области. О, теперь узнает, сколько. Приятно найти. Очень много берегов. На стыке, где через Больский район едешь в Ульяновскую область, вот они там представляют нашу область. 4 километра. И 4 метров. Все мы знаем. Музей, посмотрим, какой музей у них. Ну, не все. Хлеб-соль. Делали. И вот смотри, из конопли потом делают вот это получалось. А из нее уже нитки прели, а из ниток уже на ткацком станке мы не успели поставить. Делали вот такие материи. А материю уже, она по прежнему была, его мы тоже могли ее показать. Били вообще, чтобы размягчивали. А потом уже наши мастерицы, вот как песочные, смотрите, картинки делали. Что из этого делали? Из этой конопли. И вот так, еще. А потом, смотрите, утюга не было. Это рубль. Рубль, это утюжили вот так вот. И потом, смотрите, какие у нас прекрасные лапти делали. Как говорится, вся Россия ходила вот это. Вот это вот, вот смотрите. Вот это вот, это русские и мордовские. Да. А это чувашские. А чем они отличаются? А вот сейчас я скажу. Вот колодка для чувашского, видите, треугольник. Смотрите, а у русского и у мордовского, вот так вот. Моя мать говорила, чем она чувашка, говорит, попекать-то чувашки можно было, но зато хитро, когда зимой, это как чего, для этих лаптей, портянки наматывают мало места, а здесь вот пальцы вверх, больше на пальцы наматывают портянки, и этим много. И когда на базаре выкрикали, 3 раза ковырнутые, берите, покупайте лапти 3 раза ковырнутые, из-за того, что вот здесь вот 3 раза, 3 слоя. А ну, а из чего делают? Вот, например, обыкновенное, это липовое. Это липовое, потом его мочало делали, и из лыпка. Лыпка, вот это самая лыпка. Ну, я могу показать даже вам, как посол делали. Посол берешь, вот, например. Посол делали. А вот смотрите на этом. Многие спрашивают, что такое масло. С удовольствием я, например, очень много работаю. А вот это вот, смотрите, вот дети спрашивают, особенно один, и я отвечу. Дядя, что такое? Я говорю, самолет в окне. Они говорят, а где метро? Они называют ступа, видите? Да. Я писали, написали. И, как говорится, а где бабки? Я говорю, в лесу сидели. Твои пушки проспали. И они все время фотографировали. И потом вот это вот, еще сильнее размягчивается. Потом еще, например, шину тоже сильно здесь. Потом проехали. Молодцы. А вот, пожалуйста, смотрите. Сколько сейчас у вас там чуваш живет? Чуваш, чего? В Саратовской области? Нет, у вас там, в селе. Мало уже. Мало? Работы нет. Первый закрылись давным-давно. Уезжать в Москву. Не, ну а что коробки держат? 160. Ну, дома, что коробки? Это другой вопрос. Как другой? Это вот тебе как музейному работнику. Ну, музей, почему? Потому что работники. Все фермы закрылись. Техники нет. Зачем? Во дворе держи. А, во дворе уже. Держал по карте. Сейчас ну, что, сейчас не будет? Что? Ага, вот так. Давай коров держите, Елки Павловна. Вот смотри. Коров держите.
Молодец. Хлеба, а вот смотрите, конечно, здесь задержка сложно было. Мы хотели показать вам это даже циркульно. А коллектив-то дружный? А по вас не видно? Нет. По вас-то и видно, почему и спрашиваю. Циркульно хотели вам показать. Ну ладно, мы пойдем. А вот смотрите, сандалы и это. Расскажите, хватит песни. Расскажите, как это?
называется ваша культура? Татары самые гостеприимные. Самые гостеприимные, самые любимые с другим народом. Как настроение в преддверии праздника? Отлично. День сегодня выдался хороший. Настроение отличное. У нас создано теперь женское татарство. Да? Объединяем. Бобра, Юля, родители. Пишем истории наших деревень. Вот здесь как у нас так. Да, держи. Наши гимназии учатся представители татарского народа, но также русские. Вот узбек, татары, вот и дружим, все вместе живем. Бери согласие. Очень хорошо. Поэтому, учитывая, что сегодня праздник, у нас очень много гостей, которые рано встали, издалека шли сюда на праздник. Угощайте. Спасибо. Спасибо большое всем. Отлично, настроение хорошее. Отличное. Поете?
поете? А поем, поем отлично. Ну, пойте давай. Симон голодный сегодня. Нет, Симон получит домой. Получит процветание. Дружба и единство народа. Спасибо. А теперь отведайте наш казахский балуста. Держи. Отведайте наш казахский балуста. Урожай 2012 года. Это что такое? Это наше казахское блюдо. Из сваренной стежка готовое. Тесто? Пробуйте, да. Пробуйте все, пробуйте. Очень вкусное. Нормально все? Нормально все?
Кто занимается этими всеми делами? Мордовские. Мордовские, которые в Саратовске, мордовские в Саратове. Здесь. В Саратове, давайте, Саратове занимается этим. Я понимаю, все продукты с Армении. А когда будете в Саратове ее производить? Это все в Саратове. Это уже хорошо. А это откуда будете? Это из Армении. Сатани, сатани, масло. Если, чтобы надо попробовать, это сейки. Орехи? Молодцы. Это тоже. А где у вас? Спасибо. Но вы что-то споете или как? Мы станцуем на улице. Танцуйте тоже. Давайте, танцуйте. Сюда на улице. Сейчас я сюда выйду. Давайте, включайте, давайте. Давайте, танцуйте. Что? Это по плану? Пошлите. Вот чучело, она есть. Это и есть, она в комбике. Тоже, все оттуда. Наливай. Это из этого, скорее всего. Здравствуйте. Мы немного заблудались. Ты что, что нам не подсказывает? Подсказывайте. Ну давайте рассказывайте. Как сохранили еще? Он еще полгода. Через меня снимать не все можно. Желание, если поможешь организовать. Спасибо. Спасибо. Это самса, это плов, это плов, ваши углеводы, подогрели, кухня. Прощайте, сегодня же праздник. Прощайте население, которое здесь на ярмарку общается. Ну, уже начали уже. Молодцы. Ну что, успехом вам. Спасибо. Thank you.
Ура, 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 танцы песни поют, через речку лесу на коньках плывут, ура, 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 танцы песни поют, через речку лесу на коньках плывут.
нас марчит с нами хабара с мара гармани дегала на чухтас на матери юлас гармани шекала на чухтас на матери юлас марчит на матери юлас Ivanche, Sildamura, Ivanche, Sildamura, Ivan Mare, Gavanice, Ivanche, Sildamura, Ivan Mare, Gavanice, Ivanche, Gavanice, Ivanche, Thank you.
Сколько разных нас живет в России, и чувашских, и иных кровей, имена носящих непростые, непростых российских сыновей. Пусть нас и не жалуют иные, но вовек, ни завтра, ни сейчас. Отделить нельзя нас от России, Родина немыслима без нас. Поздравлением присоединяется чувашский фольклорный ансамбль «Пележ». Из-под гору сине-зеленого, из-под гору сине-зеленого, сначала гремела быстрая речка, сначала гремела быстрая речка. Как на этой быстрой речке тает малина, как на этой быстрой речке тает малина, как на Карине, как на Малине, как на Карине, на Малине сидела голубка. Пёрышки за крылья всё перебирала, свои птицы пёрышки всё перебирала, береги и пирожки сама ворковала, ворковала сильная головка. Они сегодня, завтра ко мне, милый Боже, они сегодня, завтра ко мне, милый Боже, будет, не будет, меня не забудет, будет, не будет, меня не забудет, будет, не будет, меня не забудет, будет, не будет. Thank you.
куда ты руки суешь? Так от любой тюрити по зубам огибешь. А ну-ка с правой ноги держись кривее, давай. Ногами шевели и рот не одевай. Свободнее вот так и два шага вперед. Теперь присел пониже и поворот. Я люблю юги. Я люблю юги.